Совместка с Содой. С кем дальше ждать совместку? Есть в планах совместка с девочкой. С кем? Не скажу. Ну, наверное, с Люсей Чеботиной, потому что мы сегодня на день рождения. Ну, может быть, да, может быть, и нет. Я люблю говорить загадками, вы же меня знаете. И еще с кем-то, я так понимаю, совместно? Ну, пока одна планируется с девочкой. Да. А что-то из сольного? Вот планируешь что-то такое на лето бабахнуть, чтобы офигели все? Слушай, следующая песня, она будет вообще не лиричная. Это будет сольный мой трек, как раз-таки в духе Зая. Как раз таки такая история будет. Снова. Ребята, ждите, вас ждет кое-что очень прикольное. Снова будем вот так танцевать. Зая, Зая. Там по-другому. Там будем, знаешь, как танцевать. Вот так вот, скорее всего. Может быть, песня так будет называться. Ну, давай вот для всех вот этих вот наших приставучих мужиков один раз скажем. Отцепись. Отцепись. Без тебя, заяц. Ты сейчас еще являешься и телеведущей, да, и как-то участницей различных телевизионных проектов. Каково тебе попасть в телевизор, кроме клипов музыкальных? Слушай, ну я же до этого тоже была там, я вела телепроект «Орел и Решка» все время, я была ведущей больших мероприятий, поэтому мне это не в новиночку, я поэтому даже соскучилась чуть-чуть. Вот, поэтому, когда я выхожу на сцену, не как артистка, как певица, как ведущая, тоже очень интересный опыт. Немножко себя нужно по-другому вести, иногда сдержанно, иногда очень сдержанно, иногда абсолютно не сдержанно. Поэтому, но это все равно по-другому. Это не как, когда ты выходишь на сцену и поешь свой трек. Поэтому я очень рада, что такой опыт появился в моей жизни снова. Что в последнее время ты стала за собой замечать такого? Нет, не за собой замечать, как я это транслирую. Даже если ты посмотришь мой инстаграм, я везде там такая, знаешь, на мейках, на костюмах, такая вся фифочка. Но вот как будто стало чуть меньше жизни. У меня есть такое ощущение. Вот, конечно, в сторис, в телеграм оно все есть, оно присутствует, да? Но, может быть, нужно просто чуть-чуть поменять настроение и сменить вектор подачи информации. Что я собираюсь сделать. Но при этом, вот сколько у нас с тобой не было интервью, что ты была в первом интервью, что сейчас. Но ты такая же, просто ты стала немного взрослее, увереннее. Может быть, увереннее, может, взрослее, может быть, нет. Не знаю. Давай, вот ты сейчас так сразу закрутилась, завертелась. Ну, смущаешься, когда слышишь что-то такое от окружающих? Да нет, не особо. Много слышала. Я просто прикалываюсь всегда. Какая Клава Кока настоящая? Вот какая она такая, Клава? Как сейчас вот перед тобой стоит. Настоящая, она и веселая, и дерзкая, и лиричная. Она сочетает в себе все. Просто сейчас я транслирую чуть больше только одну составляющую себя. И хочу транслировать еще и другие. Я люблю хейтеров. Спасибо вам большое, что вы есть. Вы у меня в сердечке. А почему? Потому что они меня мотивируют расти и заставляют посмотреть на свои минусы с другой стороны.